I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Алисса Бустаманте родилась 28 января 1994 года в Миссури. Ее родители не были образцовыми. Отец получил 10-летний тюремный срок за нападение, а мать злоупотребляла наркотиками и алкоголем, и, по некоторым данным, тоже попала в тюрьму за различные правонарушения. Из-за этого бабушке и дедушке Алисы пришлось взять на себя законную опеку над ней и тремя ее младшими братьями и сестрами. Они переехали в сельский домик, похожий на ранчо, в Сент-Мартинс, штат Миссури, чтобы вести тихую жизнь и заниматься воспитанием детей. Алиса Бустаманте была обычным ребенком, и, несмотря на семейные невзгоды, отлично училась в школе, ладила с одноклассниками. Кроме того, она регулярно посещала общинную церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, где принимала участие в молодежных мероприятиях. Но Алиса повзрослела, и что-то резко изменилось. Она училась в 8 классе, когда на фоне тяжелой депрессии попыталась покончить с собой. Проведя 10 дней в психиатрической больнице Сент-Мартинс, Алиса вернулась домой и продолжила лечение. «Но она принимала антидепрессанты», — вспоминала ее подруга. «Мы всегда поднимались наверх, и она говорила: «О, мне нужно выпить лекарство». Но выбранный курс лечения не был достаточно эффективным, и девочка-подросток продолжала наносить себе увечья. Ее друзья рассказывали, что она часто показывала им шрамы на своих запястьях. В то же время Алиса была совсем другим человеком в интернете. Как и многие сверстники, она активно пользовалась социальными сетями и имела несколько аккаунтов на MySpace, Twitter и Facebook, где публиковала свои фотографии, порой достаточно вызывающие. Ей нравилось делать яркий макияж и строить гримасы. Виртуальным альтер-эго Бустаманте была мрачная, тяжелая личность. В числе своих хобби Алиса указывала убийство людей и селф-харм. В сети она свободно высказывалась о ненависти к правительству и к жизни в целом. Но никто не думал, что Алиса действительно воплотит свои темные мысли в реальность. Однако в один из октябрьских выходных 2009 года, пока ее одноклассники, как и тысячи других подростков по всему миру, отсыпались после учебы, слонялись по дому в пижамах или гуляли с друзьями, Бустаманте была занята тем, что копала 2 ямы в лесу. В одной из них вскоре будет найдено тело ее 9-летней соседки Элизабет Толтен. По словам жителей Сент-Мартинс, Элизабет Толтен была милой, застенчивой девочкой, буквально состоящей из сахара и всего хорошего, что есть в мире. У нее были длинные каштановые волосы, широко посаженные глаза и очаровательная улыбка. Она любила кошек, розовый цвет, наряжаться в свои яркие причудливые платья и больше всего боялась темноты. Элизабет Толтен жила в 4 домах от семьи Бустаманте и часто приходила в гости, чтобы поиграть с младшими детьми. Вечером 21 октября 2009 года Пэтти Прейс, мать Элизабет, собиралась приготовить ужин для своей семьи, когда услышала стук в дверь. Это была 6-летняя Эмма, сестра Алисы Бустаманте. Она пришла спросить, можно ли Элизабет поиграть с ней на улице. Сначала Прейс не разрешила дочери выйти, но когда Элизабет и Эмма начали прыгать на месте и умолять ее разрешить им погулять, она не смогла отказать. Пэтти сказала Элизабет, что та должна вернуться домой к 6 часам вечера. Это был последний раз, когда мать видела ребенка живым. Когда Элизабет не вернулась домой через час, женщина поняла, что что-то не так. Она связалась с бабушкой Эммы, которая сообщила ей, что Элизабет в тот вечер не было у них дома. Тогда Пэтти позвонила в офис шерифа округа Коул и сообщила о пропаже Элизабет. Семья девочки начала лихорадочно искать ее на улице. Пэтти безуспешно пыталась позвонить на телефон Элизабет, но каждый раз включался автоответчик. Прибывшие полицейские запросили у сотовой компании экстренный GPS-трекинг. Полученные сигналы привели их в лесистую местность, расположенную за домами. Но телефон вскоре разрядился, и отследить его точное местоположение было невозможно. Поиски девочки начались незамедлительно, к ним присоединились сотни добровольцев. Вскоре погода резко ухудшилась, пошел проливной дождь. Прочесывать лес в этих условиях становилось все труднее.
«Там много камней, деревьев и кустарников. Это очень труднопроходимое место», — сказал Дэйв Уинингер, спасатель-волонтер. В поисках участвовали собаки, спасатели, полиция, вертолеты, ФБР и дорожный патруль. Они осматривали территорию снова и снова, но не смогли найти ни одной зацепки. Зная, что Элизабет боялась темноты, ее семья начала паниковать. Они знали, что Элизабет побоится оставаться на улице. Они знали, что им нужно найти ее. Но они не знали, что было уже слишком поздно. Население Сент-Мартинса, где жила Элизабет, составляло чуть более 1000 человек. Все знали друг друга в лицо, поэтому, когда 9-летней школьнице не удалось вернуться домой, сообщество было встревожено. Версия следствия заключалась в том, что Элизабет была похищена сексуальным маньяком. Ее поиски продолжались и на следующий день. Повсюду были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы часть полицейских могла осматривать водителей, в то время как остальные сотрудники допрашивали ранее зарегистрированных в Национальном реестре сексуальных преступников. К удивлению, вскоре основным подозреваемым полиции стал совсем другой человек, не похожий на растлителя малолетних. Сержант Дэвид Райс допросил свидетеля, который последним видел Элизабет, 6-летнюю Эмму, вместе с которой они гуляли. В силу юного возраста и тревожной обстановки вокруг, Эмма отвечала ему растерянно. Тем не менее, она указала, что в тот вечер они были не одни. В какой-то момент рядом с маленькими девочками оказалась ее сестра, 15-летняя Алиса Бустаманте. Но где она была сейчас? Полицейские поймали себя на мысли, что они не встречали этого ребенка, хотя за всеми соседскими детьми сейчас пристально наблюдали. Выяснилось, что на следующий день после исчезновения Элизабет, Алиса впервые прогуливала школу без уважительной причины. Кроме того, в департамент шерифа округа Коул поступила письменная записка, из содержимого которой следовало, что Бустаманте может быть причастна к исчезновению Элизабет. Имя человека, который ее отправил, не разглашалось. Еще больше подозрений появилось, когда один из волонтеров-спасателей сообщил, что нашел пустую яму, похожую на могилу, прямо за домом Алисы. Полиция получила ордер на обыск в доме Бустаманте. В спальне Алисы были обнаружены ее тревожные рисунки, надписи на стене о том, что ей нравится причинять себе боль и видеть собственную кровь. Но самое главное, здесь находился ее личный дневник. Последняя запись была сделана в нем 21 октября, в день, когда исчезла Элизабет. Несмотря на то, что часть написанного была практически полностью закрашена ручкой, криминалисты смогли восстановить то, что хотела скрыть Алиса. «Я только что убила человека. Я задушила его, перерезала ему горло и вонзила нож. Теперь он мертв. Я не знаю, что сейчас чувствую. Это было потрясающе. Как только ты преодолеваешь мысль «Боже, я не могу этого сделать», это ощущение становится довольно приятным. Хотя сейчас я немного нервничаю и трясусь. Окей, мне пора идти в церковь, лол». После обнаружения этой шокирующей записи, Алиса вместе с ее бабушкой были доставлены в отделение полиции для допроса. По всей видимости, Алиса действительно не знала о том, что ее дневник был прочитан. В первый час их общения она сдержанно отвечала на вопросы, рассказывала о себе и иногда шутила. Алиса призналась, что прогуливала занятия, но заявила, что не знает подробностей, связанных с исчезновением Элизабет. Когда у нее спросили про пустую яму за домом, она ответила, что вырыла ее, потому что ей нравится так проводить свое время, и отшутилась, что она просто из тех девчонок, которые любят копаться в грязи. Наконец, тон беседы сменился. Сержант полиции поставил Алису в известность о том, что они нашли ее дневник в спальне. Настроение Алисы сразу же изменилось. «Мы читали твой дневник, и последнюю запись тоже». На минуту в комнате повисла тишина. Алиса сидела неподвижно. «Мы оба знаем, о чем мы здесь говорим», — продолжал сержант Райс. Алиса утвердительно кивнула. Через несколько минут Алиса начала плакать и сказала, что с Элизабет произошел несчастный случай. Но ее попытку солгать сразу же пресекли. Райс ответил ей, что тело девочки в любом случае будет вскрыто, и судмедэксперт узнает всю правду о тех травмах, которые привели Элизабет к смерти. Далее мужчина спросил ее о том, перерезала ли она горло Элизабет, как это говорилось в дневнике. Она коротко ответила «да». Ее бабушка разрыдалась и, не выдержав, покинула комнату для допроса. После этого Алисе потребовалось еще около часа, чтобы сознаться в убийстве. Все это время она не могла остановить слезы. Отвечая на наводящие вопросы Райса, Алиса Бустаманте сообщила, что заранее спланировала это преступление. Она умышленно подтолкнула свою сестру Эмму на то, чтобы та пригласила Элизабет на прогулку.
Алиса взяла с собой кухонный нож и, встретив будущую жертву, сказала Элизабет, что подготовила для нее сюрприз в лесу, но пойти посмотреть можно только вдвоем. Девочка довольно близко знала Алису и доверилась ей, нисколько не смутившись. Дойдя до места, где никто не мог их увидеть, Алиса начала душить Элизабет, после чего нанесла ей несколько ударов ножом в грудь и перерезала горло. Свой поступок Алиса объяснила тем, что хотела узнать, каково убить человека. Однако в этом, с одной стороны, простом заявлении просматривается патологический подтекст. Ведь нормальные, психически устойчивые люди, даже те, которые могут на мгновение задуматься об убийстве, не идут и не убивают кого-то. Позже одна из ее подруг, Дженнифер Мейер, рассказала в интервью, что Алиса действительно говорила об этом. «Я была на ее вечеринке, и она как бы случайно отвела меня в сторону и сказала: «Знаешь, мне интересно, каково было бы кого-нибудь убить. Мне показалось это странным, но я подумала, что она сказала это, так как разозлилась на одного из своих друзей». После допроса и признания в убийстве, Алиса привела детективов в лесной массив к неглубокой могиле Элизабет, прикрытой листьями. Но оставался один вопрос – почему Алиса вырыла две ямы? Следователи, изучая ее дело, предположили, что первоначально Алиса планировала убить своих младших братьев-близнецов. Эта теория появилась, когда полиция просмотрела видеоролик, выложенный Алисой ранее на YouTube с подписью «Идиотов бьет током». На записи Алиса подходит к электрифицированному забору для скота, прикасается к нему и получает сильный удар током, после чего призывает братьев сделать то же самое. Алиса вставляет комментарий. «Вот здесь и начинается самое интересное. Мои братья страдают». Мальчики послушно повторяют за ней и падают на землю. Алиса не подтвердила эту версию, и мы, возможно, никогда не узнаем ответа. Был ли у нее кто-то иной на примете вместо Элизабет? Убила бы она кого-то еще, если бы ее не поймали сразу? После обнаружения тела Алиса Бустаманте была арестована и обвинена в убийстве первой степени. Поскольку она была несовершеннолетней, возник вопрос, будут ли ее судить как взрослую, что возможно в соответствии с законодательством США. В таком случае ей могли бы вынести смертный приговор. Но в штате Миссури действует необычная система обращения с молодыми правонарушителями, аналогичная канадской. Миссури – один из 22 штатов, использующих систему двойной юрисдикции. Если несовершеннолетний преступник признан виновным, то он может содержаться под стражей до 21 года, после чего проводится новое слушание и определяется, будет ли он реабилитирован или должен отбывать оставшуюся часть наказания. Алиса Бустаманте предстала перед судом 17 ноября 2009 года, где судья постановил, что ее следует судить как совершеннолетнюю преступницу. Ее адвокат Курт Валентайн выразил разочарование по поводу этого решения, заявив: «Мы подписываем смертный приговор Алисе. Она не переживет назначенный срок в тюрьме округа Коул». Когда было решено, что Бустаманте предстанет перед судом как совершеннолетняя, у Алисы случился нервный срыв, и она была направлена в детскую психиатрическую больницу Хоуторн для обследования. Здесь она высказывала мысли о самоубийстве и пыталась вновь порезать себя. В связи с этим назначенный государством адвокат составил ходатайство о переносе судебного разбирательства. Он процитировал комментарии к новостным статьям, а также в блогах Facebook, запрещенная на территории Российской Федерации организация, и MySpace, оставленные местными жителями, большинство из которых резко критиковали преступницу. В интернете Алису Бустаманте уже приговорили к смертной казни. Жаль, что убийца не умерла, когда она попыталась покончить с собой в 2007 году. Либо депортируйте ее, либо отправьте в газовую камеру. Одним больным меньше, тратящим впустую наши налоги. 8 декабря 2009 года Алиса Бустаманте вошла в зал суда Джефферсон-Сити в тюремном комбинезоне и наручниках. Несмотря на ее признание в преступлении, а также на то, что она привела полицию к телу Элизабет, Алиса неожиданно заявила о своей невиновности. Суд был вновь перенесен. Последнее заседание было назначено лишь спустя 2 года. К этому моменту Алисе было уже 18 лет. Она согласилась на сделку о признании вины по менее строгому обвинению в убийстве второй степени, чтобы избежать смертной казни. Прокурор Марк Ричардсон выступал за ее пожизненное заключение плюс 71 год, что составляло бы годы жизни, навсегда потерянные Элизабет. «Этот приговор будет уместен и соответствует тому, что случилось с Элизабет от рук поистине жестокого человека, который задушил и зарезал невинного ребенка просто ради удовольствия», — заявил Ричардсон. Команда защиты пыталась предложить ряд оправданий тому, что заставило Алису совершить этот ужасный поступок.
Они указывали на то, что Бустаманте в течение последних 2 лет принимала антидепрессант Прозак, который мог оказать негативное влияние на ее состояние. Дозировка лекарства была увеличена всего за 2 недели до того, как она убила Элизабет. Однако многие психологи и эксперты в области психического здоровья свидетельствовали, что связь между такими препаратами, как Прозак, и насильственными преступлениями сомнительна. Тем не менее, специалисты, обследовавшие Алису, сообщили, что она действительно испытывала серьезные психологические проблемы и страдала от глубокой депрессии. У нее наблюдались симптомы пограничного расстройства личности, которое характеризуется чувством опустошенности, нестабильностью настроения, неуместным проявлением гнева и плохим контролем над импульсами. Некоторые психиатры также утверждали, что у Алисы проявились ранние симптомы биполярного расстройства. Не справляясь со своими эмоциями, Алиса причиняла себе физическую боль. На ее теле было более 300 порезов, царапин и ожогов от сигарет. При этом исследование 2012 года показало, что от 12 до 23% подростков причиняют себе физический вред. Но подавляющее большинство из них не имеют желания причинять боль другим людям и тем более совершать жестокие убийства. Скорее, они делают это для привлечения внимания к собственным проблемам. В пользу смягчения приговора адвокат описывал те трудности, которые Алиса испытывала в своем детстве, живя с родителями. По его словам, у девочки не было шанса вырасти человеком со здоровой и стабильной психикой, поскольку мать и отец не уделяли ей внимания и оба вели неприемлемый образ жизни, подавая дурной пример для дочери, в конце концов оставив ее на произвол судьбы. Но то, что Алиса написала в своем дневнике после убийства, затмевало любые оправдания. «Она совершила убийство, хладнокровно обдумав его», – возражал прокурор. Алиса равнодушно смотрела в пол, пока обвинение рассказывало о ее преступлении. Но когда ее бабушка и дедушка не выдержали и вышли из зала суда, она впервые заплакала за более чем 2 года судебных разбирательств. Родственники Алисы были не единственными, у кого случился эмоциональный срыв. После сообщения судьи о том, что он вынесет приговор на следующий день, бабушка погибшей девушки вскрикнула. «Я думаю, Алиса должна выйти из тюрьмы в тот же день, когда Элизабет выберется из могилы». 8 февраля 2012 года Алиса Бустаманте сделала последнее заявление перед тем, как судья вынес ей приговор. «Если бы я могла отдать свою жизнь, чтобы вернуть ее, я бы это сделала. Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что произошло. Мне очень жаль». Алису Бустаманте приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. В 2014 году Алиса Бустаманте наняла другого адвоката и настаивала на том, чтобы суд смягчил приговор. По ее словам, она не признала бы себя виновной в 2012 году, если бы не знала о новом законопроекте по делам несовершеннолетних преступников, находящемся на рассмотрении в Верховном суде США. Ее ходатайство было отклонено. Через год после этого Патриция Прейс, мать Элизабет Олтен, повторно подала в суд на Алису Бустаманте, а также на психиатрическую больницу и 2 ее сотрудников за неправомерную смерть ее дочери. Она считала, что система здравоохранения должна была предвидеть склонность Алисы к насилию и принять превентивные меры. Иск против больницы и его сотрудников был отклонен. Но Алиса была привлечена к материальной ответственности и будет должна семье девочки 5 миллионов долларов плюс ежегодные проценты до тех пор, пока долг не будет погашен. Спорный законопроект Сената номер 26, принятый законодательным собранием штата Миссури, позволяет условно-досрочно освободить осужденного убийцу, которому на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, всего лишь после 15 лет тюремного заключения. Алисе Бустаманте было назначено слушание по условно-досрочному освобождению на июль 2024 года. Некоторые законодатели штата Миссури пытаются отменить или внести изменения в данный законопроект. Дорогие подписчики и гости канала, как вам кажется, заслуживает ли Алиса Бустаманте когда-либо выйти на свободу? Своё мнение пишите в комментариях под этим видео.